контакте 15. Первую кисть зайду с другой стороны. А пока вот то, что на сегодня. А сегодня у нас 21 мая. Он навязал. Очень урожайный сорт. Вот такой куст. Куст приятный. В меру раскидистый. Грузди просто. В этом году посадила 3 куста. Вот так. В том году очень мне понравился. Урожайностью. В этом году посадила 3 куста, несмотря на то, что у меня мало места и желание посадить новые сорта всегда очень большое. Но вот контакте мне понравился. Понравился урожайностью, понравился неприхотливостью. Еще я его закрывала простым посолом в банке. Вы знаете, он вкусный, не разваливается, не раскис. Ну, то есть, можно сказать, что помидорчик-то универсальный. И в салатиках хорош. И вот, прямой посолом тоже получилось хорошо. Ну, плюс, с учетом, что у него хорошая урожайность, он идет еще у меня в кетчупы. Я тоже готовлю. Так что вот такой красавец. Будем ждать, когда это все созреет. Это будет, конечно, выглядеть еще интереснее.